Gennady, Triple G, Golovkin. Тренер регулярного чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, американского боксера Дэниела Джейкобса, Андре Розье рассказал о процессе подготовки своего подопечного к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным. По словам Розье, спарринг-партнерами Джейкобса станут другие его подопечные, украинцы Сергей Деревянченко, Евгений Хитров, а также грузин, Автандил Хурцидзе. Ранее тренер отметил, что подготовка американского боксера пройдет в двух городах, а сам Джейкобс подойдет к поединку готовым больше, чем на 100%. Напомним, бой Головкин-Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций. При этом Джейкобс заявил, что 18 марта он заставит Бруклин гордиться им, а также он шокирует мир в этот день и отберет у Головкина все его пояса.